Привет, привет! Вы на канале Анюта Тут, и сегодня мы играем с котиком Бубу. Что ж такое-то? Вот, смотрите. О, мы на 11-м. Я редко говорю, когда и на каком уровне. На рыбку, что ли? Вах. Так, давайте еще посмотрим, что можно сделать. Я ему хотя бы кухоньку поменять под какой-нибудь другой цвет. Ему котику. Серенькому бенку. Мне кажется, тот черненький с какой-то штучкой вверху. Да, вот. Или... А, нет, тот. Вот, этот идеально подходит. Но он слишком дорогой. Ну, давайте, что ли, купим. Какие у него картины могут быть? Вот давайте, что ли? Ну-ка. Вот. Вот такую сделаем картину ему. Коврик будет желтым. Сам пол бирюзовым. Я? Ну, значит, другой цвет. Жалко, очень красивый. Давайте легко ему поменяем. Хотя не надо. Я только недавно ее меняла. Давайте лучше поменяем. Потому... окошко. А, нет, мы же тогда на рыбку все потратили. И сделаю стену ему. Какую-нибудь стенку хочется, такую необычную. Да, вот такие подушечки у него будут. Кроватьку ему сделаем. Не, все-таки будет кроватка как есть. Здесь хотелось бы ложку единорожку. Ну, нельзя. Ну, здесь картинку поменяем. Да, пароход. Тю-тю-тю-тю. Не, окно мы не будем менять. А вот шкафчик. Нет. Долго. А козёл, ну, в принципе, можно и такой. Зачем мне эту комнатку менять? Давайте лучше колеса машины. Меняем тут. Ах. Ладно, ребятки. Мы на другом уровне. Смотрите. 22-й. Ладно. Шучу. Да уровнев еще много.
Давайте мышка. Слушай, мышка. Ха. Отлети, здесь надо кидать. Составляем домик мышкам. Делаем домик им. И совсем ровный. Сейчас промахнемся, и мышки упадут вниз. Да, она все-таки упала. Ладно, ребятки, снова. Ох, как же не получается. Ну ладно, ребятки, все. Эта игра, конечно, прикольная, очень. Но мы в нее не будем играть. Она очень сложная. Юпи, юпи, юпи. Поймай котика. Надо поймать тут котика. Вот он лопает. Саники. Ой. Лопай наш котик. Юпи, юпи. Ну ладно, ребятки, в эту игру поиграем. Тут надо на время соединить котов. Только не на такое время, на чуть-чуть. Вот так. Надо успеть, пока время не кончится. Сообразить все. Да, ребятки. Прикольно я так делаю. Вот так. Тух-тух-тух. Время кончилось. Все. Нет, не будем играть тут. Это сложно. Так. Дайте к мыше пойдем. Подулим ее. Дин-д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 ин. Какая мышка. Как же ее назвать? А что она с газетой? Чего она так? Отлично, мы его убьем. Так, побили его немножечко. Их! Ох, я думаю, когда-нибудь наступит ночь. Мышка, вам не кажется, эта мышка похожа на ту, которой мы динь-дон звонили ей? Пора вставать. Динь-дон. О, смотрите. А ну-ка, вот. Выпала еда. Ну ладно. Yes. Уф.
Давайте что-нибудь купим новенькое. Так, у нас что-нибудь новенькое такое. Вот такая тоску флим. Да, вот эти маленькие. Ну и все. Ням, 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 ням. Ням, 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 ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, у меня все денежки закончились. Ням-ням-ням-ням-ням. Да, ребятки. Ну, мы будем прощаться. Ставьте колокольчик, нажимайте лайки. Подписывайтесь на канал. Вы были на канале Анюта Тута. Спасибо за просмотр. Бай-бай!